Для Вани заказали современную игрушку Спиди Динос. Ваня, открывай. Ух ты! Давай, доставай, что это такое там у нас? Вау! Динозаврик, внутри машинка. И еще, Вань, там одна коробочка какая-то. И еще одна машинка. Ой, Вань, смотри, как здорово. Угу. Давай будем открывать, смотреть и играть. Давай. Новый год, сказка начинается. Спиди Динос – это пистолетик в виде динозавра, и этот динозавр стреляет еще двумя машинками. Можно устроить интересный гон. Высококачественный пластик – это испанское производство. Игрушка предназначена для детей в возрасте от 5 до 10 лет, как для мальчиков, так и для девочек. Итак, давайте поиграем. Ваня? Смотрим, что у нас в пасти динозавра. Есть устройство, которое помогает поместить внутрь машинку. Давай, Вань. Маленькая машинка, динозаврик, достаточно интересная. У нее вот подвижная такая вот голова. Такая достаточно массивная. Вот такие вот интересные яркие колеса. Имеется механизм. Ну, надо же. Больше 10 метров может проехать с помощью этого динозаврика, Вань. У динозаврика есть вот тут вот такие колесики и вот тут штучка. Вот так вот делаешь, и вот тут вот крутятся колесики. А теперь запускаем. Вот эта штука. А вот это открывать надо. Две машинки. У них вот такая штука. Прикольная. Ну, сниму сам, когда научусь. Ждите. Я думаю, каждый мальчишка хочет такой подарок себе под елку. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом!